Спасибо. Что нравится? А чем понравился? Вообще, ну, мы уже не первый раз на маскараде. Очень понравился спектакль. И а как тесты играют вообще там? Какая вот обстановка какая-то, я не знаю. Трагическая. Трагическая. Очень понравилось. Молодцы. А чем понравился? Красочный, красивый, негразный. А чем понравился постановка? А вам? Классно, играли хорошо. И сама история интересная. Спасибо. А чем понравился? Мне понравилась драма, вот честно. Вот ощущение такого комфорта. Заставляет задуматься. Вот, мозги начнут. Классика, чтение, все отлично. Спасибо. Впечатление очень хорошее, очень довольна. А чем понравился? Необычная постановка, необычная. Я давно в Вартаново не была, ну, еще тоже. И не этого понял, режиссера. Что да, режиссер. Вот, вот это беготня по сцене. Ну, сидел... видите, не все поняли что-то. Ничего может не быть, понял. Не все поняли, но в принципе очень красивые декорации, снег. Отвратительно. А почему, объясните? А потому что это балаган, это дурдом, это вообще это просто оскорбление классики. А чем понравился? А немножко, конечно, прием уступан, но спасибо. А чем понравился? Что понравился? Чем понравился? Чем понравился? Ну, наверное, мизансценами, картинками. Да вообще не было никаких претензий, даже ничего не мешало смотреть. Так знаете что? Вот этот дух лермонтовский, романтический, вот этот, он же мальчиком написал этот текст, да? Он не соответствует актерам, у которых такой глобальный, грандиозный жизненный опыт, прошло полтора века, понимаете? Лермонтов сегодня в театре должен быть каким-то особым, или в молодежном театре, или студентами играть, или детьми. То есть, понимаете, не хватило духа юности, слишком все профессионально. Они так старались, и оригинальность постановки, и этот снег, и это все, и намеки на современность, да? Не нужно с Лермонтом делать ничего, просто должен быть лермонтовский текст, все. Понимаете? И вот эта жизнь духа, вообще молодого духа, которого не коснулся опыт. Вот этого мне не хватило. Князь слишком стар. Он, конечно, гениальный актер, но это не его роль. Очень старались. Спасибо большое.